Всем привет! Это видеообзор на объектив «Рыбий глаз», который позволяет увеличить угол обзора камеры на 180 градусов. Он идет вместе с инструкцией, которая есть представлена на английском языке и на китайском. Ну, в принципе, она не так уж и нужна, потому что здесь все довольно-таки просто. Дается три колечка. Два в этом случае запасные. Сзади на них бумажка. Ее сдираем. Вставляем. Пальцем придавливаем. Все готово. Приклеено. То есть два это даже много на запас. Ну, можно просто один к планшету, к примеру, прицепить. Один к телефону, один к ноутбуку. Ну, то есть вот так. А пользоваться одним объективом только. Объектив цепляется на магните, здесь магнит, с помощью него мы просто берем, прицепляем, все, вот так вот она выглядит. Фотографии получаются с помощью него отличные, потому что угол обзора большой, она реально круто. То есть, кто не умеет фоткать, штука пригодится, ну и кто умеет фоткать, тем более пригодится. Поэтому вот так вот как брелочка она выглядит. Стоимость этой линзы 80 гривен. Купить ее можно в интернет-магазине ништякmarket.com.ua. Ссылки будут под видео. И в интернет-магазине ВКонтакте ништякmarket. Еще есть красный цвет, белый и синий. В общем, будут еще товары, буду делать видеообзоры. Всем спасибо, что просмотрели видео. Если что, пишите, всем отвечу. Кстати, штука универсальная, подходит ко всем телефонам, где такая камера, ну или приблизительно такая. Всем пока!